Вставляем карточку. Вот это вот Аполло у нас. Вот такой вот номер на первом этаже в отеле Аполло. Совсем маленький, но удобный. Big size кровать. Двухспальная. Сейф. Имеется. Safety box here. Есть сейф, шкаф. Есть чайник, чашки, ложки, принадлежности, вода. Да, пожалуйста, хороший напор. Микроволновка, холодильник. Маленький душ. Мы сейчас зайдем, посмотрим. Такой вот обогреватель. Водонагреватель, душ, ну и трон. Трон довольно-таки минимизировано. Телевизор Toshiba, то есть все по-спартански, но все есть, все самое необходимое. Первая береговая линия, все что нужно. Телевизор, можно подключить флешку. Плохой телевизор, есть стол, как вы видите, два стула, шкафчик пустой, к сожалению, холодильник, ну, наверное, воду как обычно подает, рабочий холодильник, немножко не убран, но довольно-таки уютно, хорошо. Есть кондиционер. Вот такой вот номер, друзья мои, маленький, на первом этаже. Букинги. Вы здесь менеджером, Алина? Ой, у вас упали, что упали? Сигареты. Сразу попадаем в жару. Это большая комната получается, да? Да, вон бедрум. Вон бедрум. Гостиная отдельно, есть уже полностью кухня и спальня там отдельно. Такая вот кровать. Диван. Журнальный столик, телевизор. Телевизор, наверное, как обычно, можно вставлять флешку и смотреть. Плюс кабельное телевидение. В номере Wi-Fi, да, Ирин? Да. Стол. А я так понимаю, стол такой. А нет, не разборный. Мне показалось, что он разборный. И мини-зона. Кухонная зона. Так, а что у нас в шкафчиках? Необходима утварь. Чашки, ложки, вилки. Полазили везде. Я полазил, я все закрою, Ирин, ага. Покажу. Нашим зрителям же интересно, если они зайдут вот в этот номер, что они могут увидеть. Плюс холодильник, микроволновка. Большой холодильник — это очень хорошо. Наверное, те люди, которые приедут на месяц и более, то есть можно на мини-кухне приготовить что-либо. Так, а сейчас света нету, да, у нас душевая.
довольно-таки хорошая вместительная душевая, которая закрывается. Умывальник. Чисто, уютно. Самое главное, светло. Я пройду на балкон, посмотрю. Какой же вид все-таки с балкона. А, мы выходим на... Ой. А как здесь? По краям, по краям от двери. Букинге. Вы здесь менеджер, Марина? Ой, у вас упали. Что упали? Сигареты. Ой, как сразу попадаем в жару. Это большая комната получается, да? Да, вон бедрум. Вон бедрум. Гостиная отдельно есть, уже полностью кухня и спальня там. Такая вот кровать. Диван. Журнальный столик. Телевизор. Телевизор, наверное, как обычно, можно вставлять флешку и смотреть. Плюс кабельное телевидение. В номере Wi-Fi, да, Ирин? Да. Стол. А я так понимаю, стол такой. А нет, не разборный. Мне показалось, что он разборный. И мини-зона. Кухонная зона. Так. А что у нас в шкафчиках? Необходима утварь. Чашки, ложки, вилки. Полазили везде. Я полазил, я все закрою, Ирин, покажу. Нашим зрителям же интересно, если они зайдут вот в этот номер, что они могут увидеть. Плюс холодильник, микроволновка. Большой холодильник, это очень хорошо. Наверное, те люди, которые приедут на месяц и более. То есть можно на мини-кухне приготовить что-либо. Так. А сейчас света нету, да, у нас? Душевая. Довольно-таки хорошая вместительная душевая, которая закрывается. Умывальник. Чисто, уютно. Самое главное, светло. Я пройду на балкон, посмотрю. Какой же вид все-таки с балкона. А, мы выходим на... Ой. А как здесь? По краям, где штучки, наверное. Нет, по краям. По краям от двери. А вот это кафе. Пола. Мы вам показали два номера в апартаментах Аполло. Внизу находится вот такое вот кафе, в котором можно пообедать и поужинать. Есть вот такие вот блюда, которые предоставляют вам. Цена оптимальная. Не дешево, но и недорого. Есть телевизор. А самое главное, это вентиляторы, с которыми можно хорошо посидеть, пообедать и поужинать. А рядом находится, буквально вы видите, через стену находится
массажный салон. Вот и цены. Вы сами видите. Тайский массаж 200 бат, фут массаж 200 бат, голова массаж 200 бат, шея, плечо. Самые дорогие это идут травяные, скрабная соль, молоко, жирный крах массаж и массаж лица. На различных языках. Да, и что самое интересное, время работы с 10 до 24 есть Wi-Fi. И довольно-таки здесь прохладно.